Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить пирожное Баядера. Первым делом возьмем пачку масла и растопим его. А пока блендером измельчим стакан грецких орехов и 200 грамм печенья. Я возьму юбилейное. Отправляем растопленное масло к печенью, а еще добавим буквально стакан теплой воды. Консистенция теста не должна быть слишком густой. Возьмем половинку горькой шоколадки и растопим ее. К шоколаду добавим половину теста и как следует перемешаем. Будем собирать наш пирог. Я взяла форму, выстелила ее фольгой. Теперь отправлю туда половину шоколадной основы. Дальше слой из теста без шоколада. И завершающий слой будет слой с шоколадом. Этот пирог готовится совершенно без выпечки. Осталось убрать его в холодильник на 6-8 часов. Получается просто потрясающе. Готовится очень легко и быстро. Орешки можно добавлять совершенно любые.